Сегодня 11 марта 2024 года мы, жители микрорайона СНТ Сырговик, обращаемся к администрации, правоохранительным органам, пожарной охране, навести порядок в нашем микрорайоне в связи с тем, что в течение 15 дней у нас уже сгорело 3 дачи. Пожары эти не случайные, это явно человеческий фактор, так как все возгорания происходили в 19:00. Кроме того, наш микрорайон, он граничит с лесопарковой территорией Волжского района, на которой порядка нету. В связи с этим просим помощи наведения. Наведение порядка, чтобы обратили внимание, не оставили бездействия все это. Ну, какие-то элементарные следственные мероприятия провели. Да. Информацию дали. Ну, или хотя бы дали информацию по поводу происходящего и всех этих пожаров. Потому что никакой информации нет, причины пожара. Вот. Все отмалчиваются и как бы никаких следственных действий не происходит. Просим внимание обратить. Мы находимся на 5-м Ускурдюмском проезде. Это вот дом номер 11, полностью выгорел, вот. Буквально разница со всеми пожарами, но там каждые 5 дней. Вы можете видеть прекрасно, что дом выгорел абсолютно полностью, но крыша даже еще не вся прогорела. При этом, что были обнаружены следы, вон там. В зимнее время здесь не живут, но летом здесь постоянно люди как бы проживают. Поэтому хочу обратить внимание, что именно с этого края сгорел, здесь все цело осталось по крыше. Вот мы дошли до 4-го Ускурдюмского проезда, который горел 5 марта. Как сказал хозяин, что у него межэтажное перекрытие в гараже, железобетон. Но при этом гараж выгорел полностью тоже. И вот мы находимся около последнего пожара. Вот. Здесь был второй этаж. Вот. Вчера вечером дача сгорела. Пожарные приехали, но уже как бы осталось только залить остатки дачи. Вот. У людей сгорело все имущество, которое хранилось, естественно. Опять же, выгорели все помещения полностью. Там за дачей идет овраг.